Всем пиз, люди. Да, всем бобро, короче. И знаете, я снова забыл подключить геймпад. Поэтому мы еще посмотрим немножко на заставку, пока я подключу геймпад к моей, к моему ПК. Слушайте, я сейчас держал мобильник в руках, который в два раза мощнее, чем мой ПК. У этого, блин, мобильника 8-ядерный процессор на 2 ГГц. Это нормально? Алло. Вообще не очень. Ну, вообще-то, да, сейчас андроиды, они такие очень развиваются. На следующей неделе у меня будет мобильник на 8-ядерного процессора. Razer. Razer. Что? Соп, что? Что я хотел сказать? Я забыл. Ты хотел оторвать меня от еды. А, в Payday 2, правда, ввели русскую локализацию. Ты гонишь. Да. О, точнее, нет. В смысле, субтитры? Ну, наверное. Ну, как написано, вот да. Русскую локализацию в виде субтитров, как я подозреваю. А, я думал, текстуркой даже перевели. А, смысл текстурки переводить? Не знаю, это прикольно. А кто? А я Рено. Я турк, Кейт Коннорс. Ты умер. Нет. Ни разу. Нет. Да, ты умер. Я еще в конце вообще даже появлюсь. Но мы-то этого не знаем. Спасибо за спойлер. Надо спойлерить. И, кстати, какой открой спойлер? Прохождение, потому что, походу, скоро мы пойдем в особняк Шиндры, и там надо особняк! Винсент подходит. Возможно, с ТГМ уже в чате и нам поможет. Нет. Может и нет, не поможет. Он будет нас троллить и кричать «Suckers!». Ой. Ну я бы так делал, если бы я знал бы об этой игре больше, чем вы. Только ТГМ нам поможет, нам еще Магнус Зерет поможет. Да нам гораздо еще поможет. Да господи, Кейт Коннорс нас поддержит, и я не знаю. Да, сейчас все нас поддержат. Я ведь прав, ребята. Сейчас надпись. Да. Нет, я вообще здесь пришел поржать. Конечно, ты прав, да. Валер. Или кто-то вообще пришел потроллить. Да блин, ТГМ заколебался своей Юфи. Какая Юфи? Да он все тут. Надо Юфи взять, надо Юфи взять. И Юфи возьмем, всех возьмем. Так, собственно, куда нам надо идти после того, как мы вышли из пещеры? Нам надо идти... За Юфи. Так. Еще бы знать, кто это такая. Да. Поблизости расположена скала с огромной статуей... С огромной статуей птицы наверху. Скала с огромной статуей птицы... А, вижу. Птица с огромной статуей, ты что? Народ, не скапливайте посуду у тебя в комнате. Так, сейчас я здесь одно окношку уберу, все. Это тут упало. И что? А, кстати, ну и что, мне надо идти туда? Да. И что мне там делать? Найди птицу. Ладно. Так. Это Форт Кондор. Войдите в него и выберите второй вариант ответа при разговоре с человеком внутри. Ну ладно, погнали туда. В этом форту. Так. Ай. Так, здесь какой-то загорелый чувак. Он красный. Он посыпал себя перцем. Нет, это Assassin's Creed 3, блин. Давайте прочтем, что здесь написано. Так, мы сражаемся с Шинра на этом... поле боя с давних времен. Мы поселились здесь во время долгой войны с ними. Можешь уделить немного времени и помочь нам в сражении. Мы не хотим, чтобы это звучало назойливо, поэтому, если ты что-то знаешь, если чем-то занят, почему бы тебе сначала не закончить это? Надо выбирать какой первый? Где Джунон? Второй. Мы поможем вам. А я не хочу им помогать. Вот и я тоже. А это обязательно? Я бы помог. Ну вдруг ладно. Плюшку как пишет дает. Прохождение? Там просто стопроцентное же прохождение, если что. Если ты понимаешь, о чем.
Короче, бери свои белые в желтые. Блин, короче, блондинистые волосы в кулак и иди спасай всех. Ну ладно. Мы поможем вам. Правда? Тогда поднимайтесь наверх, и вас ведет в курс дела. Окей, пошли наверх. Я, кстати, знаете, что вчера начал? Final Fantasy 6. Что это? Это Final Fantasy 6. Отлично пояснил. И начало уже офигенно. Надо будет... Знаешь, есть Final Fantasy 7, а это что было до Final Fantasy 7, то бишь Final Fantasy 6. Может, это отдельная история? Это сюжетом? Отдельная история, она никак не связана. Там другой мир. Там магический стимпанк мир. Dishonored? Нет. Я тоже об этом. Эта игра вышла в 94-м или когда. И на Super Nintendo вышла, потом на PlayStation 2 обновленная версия. Фу, на PlayStation 2. На PlayStation 1. Ну, у меня PlayStation версия. Так, ладно. И Super Nintendo. Что мне дальше делать? Говорить с этим мужиком? Это уже что-то. Не думал, что хоть кто-нибудь сюда заберется. У тебя странные глаза, сынок, хоть это не важно. В любом моменте это место может стать полем боя против Шинра, сынок. Вам лучше уйти, пока вас не втянули во все это, сынок. Какой сынок? Вы сказали Шинра? Что значит поле боя? Похоже, у вас тоже проблемы с Шинра, но раз уже вы сюда поднялись, сестрички, почему бы вам меня не выслушать? Это не займет много времени, дети. Ладно. Знаете что, там наверху горы... Огромная птица. Реактор и кондор. Все верно. На этой горе расположен кондор и реактор. Кажется, Шинра не в восторге от кондора, сидящий на реакторе. Что-то плохое в том, что кондор сидит на вершине реактора? Почему? Похоже, что в реакторе наверху находится какая-то особая материя. И так как появился кондор, Шинра направляет сюда войско. Военные хотят согнуть кондора и всех жителей с этой горы. Кондор сейчас высиживает яйцо, которое вылупается только раз в несколько лет. Мы бы хотели защитить кондора от возможных опасностей. Новая жизнь? Яйцо кондора? Истинное творение? Природы? Мы должны защитить жизнь на этой планете. Мы должны же защитить яйцо кондора, так? К сожалению, мы не в состоянии сражаться с Шинрой один на один. Поэтому мы наняли солдат, чтобы они нам помогли. Вы можете помочь нам как спонсор, оказав посильный вклад. Или сразитесь на нашей стороне. Что скажете, сынок? Хотели бы вы... присоединиться к нашей битве. Валера? Валера, почему ты до сих пор так об этом беспокоишься? Присоединиться или нет? Тебя на бабки разводят, друг. Беги отсюда. Конечно же. Ну ладно. Хорошо. Валера, спасибо. Да-да, давай постараемся. И что дальше? Мы теперь спасаем яйцо планеты. Отсылка к Сонику. X. Какое яйцо планеты? Ну, у каждых, у всех людей есть яички. У планеты тоже есть яички. Вот тебе надо было сейчас это вот прям вот сказать. А что тут такого? Это простая биология. Да. Биология, зашибись. У женщин яичники. Ну, все равно же то же самое. Нет. Ну, не совсем то же самое. Ну что, как вам моя озвучка, старика?
Упоротая. Расскажите нам. Вот что-то типа того. У меня чувак крутился на месте, и я не мог идти, потому что я нажал кнопку разговаривать с ним, и наконец-то я думал, что у меня все, хана, игру перезагружать. Я нашел первый баг в игре. Вот да. Это поворот. Спустя столько лет я нашел вот этот баг. Наверное, никто еще его... Который... Ты сохранился? Нет, нет, сейчас иду сохраняться. Я как знал. А что дальше нам делать? Наверное, выходить из этого форта. Слушай, давай отдохнем, хорошо? Мы немного отдохнем. Вот смотрите, мне сейчас отчим дал мобильник. Samsung. Кто? Ну, отчим. А, мне показалось, ты проиграл. 4-ядерный процессор на 2 ГГц. 8 гигов оперативной памяти. И 10 гигов внутренней памяти, ну, на жестком. Типа, своей. Если что, для сравнения, у меня на компе 2 гига оперативной памяти и процессор двухъядерный на 2.3, на 2.7 точнее. Знаешь, как мой ПК сейчас чувствует рядом с этим маленьким телефоном? Я представляю, это вот как в аниме, у кого-то там маленькая капелька свисает с головы. Да, то же самое. Вот. Ну, вот это как в Кентае, у некоторых персонажей маленькие, а у других большие. Реалман, тебе нужно сейчас это говорить? Мы на СК, между прочим. Да. А я что, сказал про что-то? Ну, ты намекаешь, намеки тоже считаются. Подразумевание неприличности и половых... Я вообще-то говорил про катаны. Конечно! Ты именно это имел, подразумевал в виду, когда говорил про яйцо планеты. Да, куда мне дальше? Выходи. Олег. Куда? Ну, отсюда вообще? Ну, наверное, я не знаю, куда-нибудь. Или вот там впереди что от тебя ждет. Ну, давайте посмотрим, что там меня впереди ждет. Попа боль, наверное. Вообще, здесь должна быть сейчас стратежка. В смысле стратежка? В прямом. А? В смысле сейчас StarCraft начнется. Ура! Давно пора. Спасибо, что согласился. Итак, посвятить вас в тонкости стратегии. Конечно. Враг, да. Враг нацелился на наш горный реактор и будет взбираться к нему наверх. Нам нужно подготовить засаду и нанять солдат для защиты этого места. Но это все, что у нас есть. У деревни нет денег. Даже если бы мы собирались сражаться, мы не смогли бы, ведь не имеем ни гроша. Чтобы нанять одного солдата, нужно 400... А, я нажал кнопку X. Мы должны попросить вас потратить свои собственные деньги, чтобы нанять этих солдат. Купите боевую технику, установите ее и раздайте команду. Если у вас нет времени, не могли бы вы помочь нам материально? Если вы пожертвуете денег, мы сможем нанять солдат и блокировать атаку Шина. Знаю, это эгоистичная просьба. Мы отослали наших жен и детей в другую деревню, но сами без колебаний остались. Вернемся к началу. Если враг доберется до этого ангара, вам придется немедленно вступить в бой. Это не конец света, но если вы несколько раз проиграете, это может быть опасно. Какие-нибудь вопросы? Ну, нет, у меня никаких вопросов. Чё почём? Эй, кажется, они уже готовятся к атаке. Пожалуйста, сгодится любая помощь. Так. Подождать, хорошо, готовы, пожертвовать гилы, пусть они сами разберутся. Ну, жертвы гилы, может быть, за это что-нибудь дадут. Подожди, сейчас Реалмен подтвердит мое мнение. Ну, как бы, да. Пожертвовать? Подожди, я сейчас прочитаю это сначала. Реалмен, нет никакой поддержки русского языка в этой. У меня все еще на английском. Окей, сейчас. Ну что, мне что делать? Ты жертвуй уже. А? Не, ну, если тебе не жалко. У нас сейчас... 15 тысяч гил. Нам нужно 3000 гил на каждую битву.
сколько вы можете дать? Давай 5. 5 косарей, да. Итого у нас 20 тысяч гил. 20 косарей, точнее. Сколько вы можете дать? Еще могу дать. Ну, на еще 5 косарей. Сколько еще вы можете дать? Ну, на еще 5 косарей. Ты бы себе денежек начетерил. Да я не начетерил себе. Сколько еще денег можете дать? Ну, на еще 5 косарей. Ну на, ну хотим, но у вас недостаточно. Ну тогда. Вот я и говорю, лучше начитери себе денежек. Да, это уже поздно. Я еще 2 косаря ему дам. Я дам все мое бабло. Мне не жалко. Лучше не надо. Да зачем? У меня лечилок дофига. Это что, мне что-то устанавливать, что ли, требуется для этого? Ты патч установил последний? Но он бы сам должен был установиться. Ну, установлен он? Вроде как да. Ну, заходи в папку с игрой, там ищи вот этот, ну, файл. Запускай его, запускай его в блокноте. И вот подредактируй он, просто, и все. Ребят, вообще-то у нас стрим, вы вообще что там делаете? Мы слегка так отстранились от темы, все равно ты пока жертвуешь на благотворительность. Так. Ну, малость нам на мели. Так что, как насчет того, пока, по крайней мере, 400 гил. 4000 гил. 4000. Бери, блин, тебе не нужно было отдавать все деньги. Ты сказал один раз пожертвуй, и все. И что мне сейчас делать? Ну, давай, сражайся как-нибудь. Еще дурную славу можно заработать. Офигенно, я им дал все мое бабло. Они тебе ничего. Прям как женщина. Такая легкая отсылка к женщинам. У меня осталось 4 гила. Как ни странно. И что мне сейчас делать? Ладно. Перезагрузи игру. На 4 или сейчас? На 4. А сейчас я лям. Очень много делай. Очень много? Да. И у Магнуса здесь бомбит. Что? Да, про тебя он тут пишет. Что? Зря все деньги отдал. Да я знаю. Развели на деньги, еще деньги и еще просят. Молодцы. Ага. Валера, ты многим на подаяние даешь, когда проходишь мимо бедного? Ну да, я добрый человек. Зря. Почему? Почему зря? Не знаю. Ну а ты что, многим что ли подаяние даешь? Ну, смотри, если у меня есть лишние копейки, почему бы не бросить? Вот-вот. Копейки лишними не бывают. Ну, если кому-то интересно. Ну, знаешь, мне никогда не жаль. Знаешь. Отдам сейчас, потом мне дадут больше на том свете. Мечты. А, ну смотри, я не знаю, мне не жаль. Если ты пытаешь. А, нет, слушай, если так подумать, то логично на самом деле. Но я пытаюсь. Ну, в смысле, это материальное благо. Ты даруешь людям, все равно плюс к твоей карме, а я пытаюсь держаться другого блага. То, что надо к людям просто относиться по-доброму. Не поджигать. Да, то, и другое. Если. Блин. Ну. Когда видишь старую бабушку, которой нужна помощь, блин, не можешь ты отказать. Блин, если есть, почему не помочь? Если можешь, почему нет? Побольше